А 26-й факт, это то, что, как ни странно, мы не договаривались, оделись в одном оттенке. Мы цитрусы. У нас одни мозги. И первый странный факт обо мне, это то, что я сплю с 5 подушками. То есть, если одного не хватает, то я не могу уснуть уже. Второй факт, это то, что я очки нулевки ношу с линзами для зрения. Третий факт, я очень сильно боюсь воды. Это из-за того, что я несколько раз чуть не утонула, и я не могу плавать в бассейнах, все это боюсь очень сильно. Четвертый факт, это то, что не считая того, что я самая старшая в группе, я до сих пор верю в единорогов. Никто не запрещал верить в сказки, и это нормально, я думаю. И самый последний факт, то, что я горячий кофе или чай смешиваю с холодной водой из-под крана. И если еще кто-то так делает, ставьте плюсики в комментариях вот тут где-то. Первый факт, это я боюсь растений, я не знаю, почему так происходит, но я просто боюсь даже, она если немного коснется меня, я очень сильно трону. Вот. А второй факт, я всегда думаю вслух, я просто иду и могу по улице что-то сказать, и потом такая, а я сказала это или нет. Вот. А третий факт, да, я боюсь бабочек. Я не знаю почему, но я их боюсь. В принципе, всех насекомых, но бабочек особенно. Просто некоторые считают их красивыми, но я нет. Я боюсь их. Четвертый факт, это я не могу спать, не обнимая что-то или кого-то. И пятый факт обо мне. У меня трипофобия. Вот. Я боюсь дырочек. Первый странный факт. Я никогда не была у стоматолога. Второй. С 4 класса я никогда не чихаю при людях, и никто не слышит, как я чихаю. Третье. Я не могу находиться в комнате с открытой дверью. Четвертое. При знакомстве я в первую очередь обращаю внимание на обувь. Пятое, я не ем мясо. Первый факт. В детстве, вместо того, чтобы играть с куклами, я играла с обувью. Иди, смотри, Линда. Второй факт. Когда я пошла парикмахерскую, чтобы мне покрасили волосы в оранжевый цвет, у меня была длина изначально вот так. Я пришла домой и сама себя отстригла до такой длины. А когда я заканчивала смотреть сериал, я его заново пересматриваю, и так было 5 раз. Четвертый факт. Я ем мясо, но не ем шашлык. Пятый факт. Летом я накручивала волосы, но никуда не уходила. Всем пока! Подписываемся на наш канал. Убери свою руку!